Друзья, всем доброго дня, с праздниками вас со всеми. В этом видео покажу вам такую одну забавную хитрость. Ну, я думаю, наверное, многим полезна она будет. Вот с этим транспортиром-упором. Есть у меня еще одно видео с ним же, где он служит в качестве вспомогательного прижима для продольного пиления брусьев, досок. В общем-то, зайдите вот по этой ссылке в правом верхнем углу, посмотрите, не пожалеете. Этот вариант одинаково применим и для ленточных пил, и для циркулярных станков, ну и, наверное, для фрезерных тоже подойдет. Вот. В чем суть? Допустим, понадобилось вам отпилить, ну, вот, к примеру, как у меня, вот здесь вот на бруске напилены пластинки, как видите, толщина абсолютно одинаковая. Этим же способом хорошо изготавливать гребенки, прижимы для фрезерных циркулярных столов. Ну и так далее. Итак, с чего тут надо начинать? Первое, берем заготовку. Далее определяем нужную толщину этой пластины. Ну, допустим, нам нужно отпилить 5 миллиметров. Это я все условно показываю, да? К этим 5 миллиметрам надо прибавить толщину полотна от ленточной пилы или циркулярного станка, то есть диск, да? Ну, тут, например, добавляем еще миллиметр. Вот. Итого 5 миллиметров нужны нам пластины заготовочки плюс толщина распила, итого 6 миллиметров. Вот. И теперь вот эти 6 миллиметров мы отпиливаем. Подгоняем. Вот эта 6-миллиметровая заготовка и будет у нас в качестве определяющей толщины. Вот. Далее, что мы делаем? Вот этот продольный упор оставляем закрепленный, не трогаем его. Подставляем сюда эту пластинку. Берем струбцину или прищепку, брусок или дощечку. Далее двигаем упор ближе вот к этому основанию, где у нас зажимы происходят продольного упора. И прижимаем ее плотненько, прямо плотненько к этой поверхности, вместе все. Здесь прихватываем прищепочкой. Все, готово. Далее убираем вот эту определяющую пластину нашу. Уже можно ослабить продольный упор. Двигаем его прямо к краю дощечки или бруска и фиксируем опять. И теперь уже пилим пластину нужной нам толщины 5 миллиметров. Вот 5 миллиметров. Получается, она чуть тоньше, чем вот это вот рабочая. И повторяем все то же самое. Берем шестерку, далее подставляем сюда, опять же закрепляем, фиксируем, убираем, двигаем упор к краю, фиксируем. Ну, вот это вот можно убрать, не обязательно она здесь мешать будет. Ну, пожалуйста.
абсолютно две по толщине ровные детальки. И вот таким вот конвейерным способом пилим сколько нам надо. Или оставляем недопиленный до конца, делаем гребенку. Ну, конечно, мы не такую толщину делаем, чуть потоньше, чтобы они были более гибкие. И я повторюсь, это можно сделать на ленточной пиле, на циркулярном станке или, к примеру, на фрезерном. Заданное количество через определенное расстояние глухие пазы отфрезеровать на фрезерном станке. Ну, в принципе, и все. Надеюсь, что поможет вам в вашей работе. Все, пока, подписывайтесь. Чувак, а если меня нету, как его, транспортира упора, ты чё? Укладываем рейку плашмя на поверхность стола, здесь прокладку. Ну а с этой стороны на конце зажимаем прищепкой или струбциной. Ну и весь процесс описанный аналогично выше. Убираем прокладку, двигаем продольный упор, фиксируем, пилим. И повторяем. Опять пилим.